Добрый день, пчеловоды. Паська Ярик. Представляем пчелопавильон Дадан Плюс Магазин. Вот с конца того года используем такие задвижки, эти оказались. Здесь они удобно попадали. Здесь две кассеты дадановские. Три магазина. Здесь идет развитие гнезда весной. Вот, переходит. Зимует на одной кассете. Развивается на период взятка. Можно ее убрать, использовать магазин. Вот примерно как вот здесь. То есть ставится. Значит, здесь молодая матка, гнездо. Весной собрал. Начинается главный взяток. Значит, летные все здесь. Решетка прямо ставится. Нет, пазы прямо. Зоры где позволяет. И прямо на эту кассету ставим. Вторую кассету уже ставим на рейки. Колочек. В подвешенном состоянии. Дальше на рейки. Ну вот, поставки нет. Это у нас кассета-магазин. 145-я рамка. Очень удобно пользоваться, быстро откачивает, быстрее мед созревает, быстрее доход. Пока не там вот такую запечатает, здесь уже соберешь и продашь. Ну, для тех, кому деньги нужны. Так что. Это у нас кассета Дадан. Она большая. Можем делать как из ДВП, так же как и фанеры. Только кто закажет. Можно классически содержать, использовать и большую кассету. Все на выбор покупателя. Мне нравится вот такая больше система. Разделил, матку заменил. И откачка быстрая. Здесь гнездовая, с них не качаем. Качаем только с магазина. Так, это у нас кормушки. Такая кормушечка. Сделана из контейнера Белопак. Белорусский. Это у нас решетка разделительная, которая ставится. Мы используем на ручечку такие. Ее проще вынимать, когда убрал кассету или просто. Колочину мы используем вот такие с отверстием. Здесь подкорка, как в канале. Пчелы свободно выходят. Когда жарко выходит, когда холодно, они вообще холодно собираются. Вот так павильон весенний. Внутри поверхность стали красить. Делать краску еще пороже. Остался не крашен только потолок. Пойдем наружу посмотрим. Здесь стали красить ноги порошковой краской, но ребята не знали, что ими порошком покрасили. Покрасили зеленый еще по нему. Уже не будет. Практически порошок, это пластмасса. Вот такая жесткая краска. Мы будем красить это железо порошковой краской.
Это игроки. Также все продолжаем. Снег не задерживается. Ставим профиль оцинкованный. Сетка другая, не тканая, она ЦПС. Все натянутая. Санкт-Петербург. Павильон готов. Да, магазин.